Классно мы тут развлекаемся. Закрытая территория. Куча всяких приколов. Лазим тут как обезьяны. В общем, выехал с гаражика. Вот это вот дача. Так сразу через дачу приехал. Вот такая вот красота здесь. И самое интересное, что здесь продается участок в этом районе. За 24 тысячи, по-моему, гривен. Но без домика. Охуенный просто место. Идет поезд. Козы пасутся. Тает на мопике. Значит, вон патрубок у меня сыт, блядь. Он лопнул, короче, сейчас я его чуть обрежу. Поменяю, одену, блядь, не доехал. Думаю, что у нас, сука, блядь, температура выросла, и воду залил. Блядь, тут в курсанке стал. Ладно, думаю, нормально все будет. Здесь вот такое хорошее место. Зашел воды набрать. Видно, какая-то вот насосная или что-то такое. И сюда набрал водички, все сделал, кстати, сам, прямо на берегу. Вот вроде вот этот патрубок я его обрезал, там чуть засунул, сейчас заливаю воду, вроде уже полная коробочка, полна. Пускаем. И смотрим. Не горит ни хера тут, АБС. Вроде не брызгает ничего. Ну, все, думаю, еще поезжу. Сегодня. Поехали, аля. Новые приключения. И вот такой вот закат сегодня, 15 мая. Мы едем по набережной с Машей. Что? Мне песня очень нравится. Мне нравится, знаешь, какая-то песня? Малиновый закат? Нет. Именно хавчик чемпиона. Я не знаю, как это сейчас у меня залетит, но это очень круто. И сейчас я вот это доем, выпью чай и попхну в гараж по-любому. Короче, возможно, этот велик заберут у меня сосед по гаражу, Макс. И сегодня я купил еще вот такие вот сумочки. Термо. Одна такая, одна желтая. И, кстати, недорого. 180 гривен за две отдал. Это абсолютно новое. Это чуть-чуть такая поюзанная, но тоже неплохая. Это побольше, то есть 9 литров. Я отрегулировал сегодня велик. Так. Я уже в Каховке. Проехал, сейчас буду кушать. Закончилась вода. Здесь у меня есть рис, полугурца и яйцо вареное. И заодно загораю. Надо уже позагореть. А здесь приехал цирк. Сегодня бомба, ветра мало,
круто. Какая красота! Просто спокойное место, лебеди, спокойная водичка, солнышко, песочек, хорошо. Остановился на кофе тайм. Малую сдал на гимнастику. Я чё, кофе. Там вот выпускные. Люди гуляют в парке. Погода супер. Все нормально.